Здравствуйте, друзья. Я вам вопросик зачитаю. Здравствуйте, Михаил Петрович. У меня к вам вопрос. Я живу в России. Мне 28 лет. По образованию я математик. Я в этом месте, ребят, прервусь и пойду в самый конец, а потом вернусь туда. Значит, вопрос. Как повысить свою привлекательность на рынке труда в условиях большой конкуренции, если у человека нет никаких не рыночных преимуществ в виде богатых родителей и влиятельных друзей? Поделитесь своими мыслями на этот счет. То есть, как повысить свою привлекательность на рынке труда? Пошли, теперь читаем. Ему 28 лет, по образованию математик. За последние 5 лет я работала, я работала тестером, техписателем, оператором технической поддержки. 4 месяца назад меня сократили с работы. С тех пор я прошла около десятка интервью, но работу нигде не получила. Как вы, наверное, знаете, в России сейчас экономический кризис. Нет, я не знаю. Соответственно, количество ищущих работу значительно превышает количество открытых вакансий. Вот. Как повысить свою привлекательность? Вот давайте мы на эту тему поговорим. Итак, друзья, значит, мы давайте вот о чем поговорим. Девушке 28 лет, и проблема некоторая состоит в том, что она за те лет, может быть, 6, которые работает, занималась все время разными вещами. То есть она и тестером была, и поддержкой занималась, там еще чем-то. И если бы она занималась чем-то одним, вот она начала со слова тестер, значит, если бы у нее было сейчас 5 или 6 лет опыта в тестировании, это был бы человек с опытом серьезным, это был бы senior level такой, будь здоров. Может, она уже менеджером была бы там даже, я не знаю. Ну, то есть какие-то, как-то она продвинулась бы в тестировании. Но этого не произошло. А у нее еще и образование такое, оно как бы не вполне айтишное. Конечно, математика лучше, чем, допустим, бухгалтерия. Ну, кто говорит. Вот. Но все-таки, значит, не то же самое, что компьютер сайенс. В поддержке она поработала. Если бы она в поддержке поработала, там, я не знаю, 5-6 лет, наверное, она была бы крутой специалист по поддержке. Там, где нужен чек по поддержке, там бы ее взяли. Насчет кризиса, на который девушка, значит, как бы пеняет, я могу сказать вот что. Все-таки у нее было 10 интервью. 10 интервью не так плохо. В общем-то, 10 интервью это не одно, и даже не 3, это 10. То есть сказать, что рынок там помирает, что-то такое, я такого не вижу. Ее приглашают, я не знаю, на какие позиции. И существенно, что я не знаю, в каком городе она живет. Потому что, конечно, вот особенно когда кризис, она говорит, конечно, в небольшом городе где-нибудь, относительно небольшом, ну, относительно Москвы все небольшие, но все-таки, значит, там может быть просто какая-то локальная там, не знаю, проблема с чем-то. Но я постоянно же с людьми общаюсь, и я постоянно общаюсь с айтишниками, и я не вижу, чтобы в какой бы то ни было части там Российской Федерации айтишники жаловались на то, что нет работы. Я иногда, не часто, иногда слышу, что вот деньги не те. Ну так, конечно, деньги не те, рубль упал, это понятно, но может быть не только в связи с падением рубля, может быть, еще что-то происходит, я не знаю. Но во всяком случае я вижу людей, которые новички, которые там наш курс по тестированию слушают, вот то, что там висит на русском языке бесплатно, и идут, находят работу и движутся в карьере, постоянно пишут, вот там у меня вторая работа, у меня третья, вот я уже там какой-то начальник стал и так далее. То есть я вижу людей, которые новенькие совсем. Я вижу, вот ребята пишут, несколько раз у меня было, что или сам он, или друзья его, вот они пошли на курсы, там они как-то территориально находятся в там, где Баумановский институт, университет, как он там сейчас называется, в наше время училищем назывался, высшее техническое училище. Так вот, прямо с курсов забирают начинающих, понимаете? И я как-то с трудом воспринимаю вот эту кризисность. То есть, с одной стороны, вот то, что я вижу, начинающие находят, с другой стороны, я вижу, что, значит, все-таки 10 интервью – это не кризис. Это человека реально позвали. То есть, что-то во время интервью произошло, то есть, как бы, скажем так, систематически что-то происходит во время интервью, когда девушка, значит, как-то не соответствует ожиданиям. То есть, ожидания были, может быть, в резюме что-то такое написано,
что вот какой-то образ вырисовывается, а потом человек приходит и не попадает. То есть тут уже сложно сказать, понимаете, сложно сказать. Но я хочу сказать, что вот по нашим, например, понятиям тут 10 интервью, но это очень много. Это нужно, вот, скажем, в Кремниевой долине, где, господи, тут и по-английски -то толком, ну, кто тут хорошо говорит и так далее. И то 10 интервью, это уже невероятно много. Это уже надо чудить, что-то такое там и так далее. Поэтому, значит, из того, что известно, а на самом деле, я еще раз повторюсь, очень многие важные вещи неизвестны. В первую очередь, мы не знаем, что за человек там и как он себя ведет во время интервью. Там бывают люди уверенные, бывают наоборот, там какие-то такие, производят впечатление неуверенных. Но я бы сказал, первое, вот то, с чего я начал, что все-таки, если бы девушка у нас все то время, что она после окончания университета проработала, вот если бы она все это время была в какой-то одной стезе, она бы, конечно, в этой самой стезе намного солиднее бы смотрелась. У нее и интервью было бы больше, потому что чем выше позиция, чем больше ты синьор, да, тем больше у тебя интервью, тем больше дефицит таких, как ты. То есть и интервью было бы больше, и соответствия было бы больше. Вот, а так получается, как бы, вот, я даже не знаю, такой размытый человек. Вроде все, хороший опыт. Вот если бы, например, пошли бы сейчас на тестера, да, и, в принципе, опыт в поддержке для тестера очень классный. То есть ты начинаешь понимать, как бы, некоторые вещи, видеть глазами пользователя приложение, которое тестируешь. Это в целом очень хороший опыт. Но дальше получается, она вроде и тестером была, и этим была, и тем была. И вот если бы я там ее нанимал, вот интервьюировал, я бы спросил себя, ну хорошо, что она хочет-то в жизни, что она мечется. Вот она тестером побыла, ушла, этим побыла, ушла. Тут ее там чего-то, ну, допустим, она не ушла, ее сократили, но все-таки хочет-то она чего? И я с трудом себе это резюме представляю, потому что всякое резюме пишется, ну я так считаю, должно писаться под позицию, под какую-то. Допустим, если она ищет по трем разным профессиям, там, не знаю, там поддержка, тестирование, может, еще что-то, у нее должно быть три разных резюме, в каждом из которых весь предыдущий ее опыт должен был бы, значит, доминировать, вот как-то так выкристаллизоваться вот в этом направлении, в котором она ищет работу. Его надо переписывать каждый раз. Вот. И я не знаю, что там с резюме. И самое главное, я не знаю, что она говорит, когда ее берут. Значит, вопрос. Как сделать, как быть более marketable в ситуации, когда у тебя нет родственников, блата и так далее. То есть, как быть более marketable в рыночной экономике? Специализация. В первую очередь, вы должны специализироваться в чем-то и подниматься на более высокую ступень. То есть вы скажите себе, я больше не скачу туда-сюда или куда-то, просто потому что мне нужна какая-нибудь работа. Я иду, вот я выбрал себе какое-то направление, и я в нем работаю. То есть немножко сузить, да, не скакать, а сузить, специализироваться, да, и расти. Вот надо подниматься в том, что ты делаешь. Есть такой человек, его зовут, был такой человек, его зовут Эрл Найтингейл. Это, ну, как вам сказать, это легендарный по-своему человек, он заслуживает отдельного рассказа. Но в 50-е, особенно в 60-е и в 70-е, он страну всю на уши поставил. Это был первый человек в истории Соединенных Штатов, который продал пластинок с речью, не с музыкой, с речью, больше, чем 1 000 000 экземпляров. А говорил он о том, как в жизни преуспеть. Эрл Найтингейл, у него это называется «Lead the Field», вот это его запись. И он говорит такую вещь, он говорит, что никто не хочет платить деньги, да, за average. Ты не можешь быть никем, если ничего в жизни ты не добьешься, если ты будешь average. Если ты хочешь чего-то достичь, ты должен lead the field, ты должен быть выше average. Да, вот он буквально, вот он по-английски, он говорит, nobody wants to pay for average. Есть еще такое слово, английское, mediocre. Вот никакой, такой, так, вот так, mediocre.
какой-нибудь. И, значит, вы должны сказать себе: я больше не буду average, я больше не буду mediocre, я больше не буду размазываться слева направо, сверху вниз, так? А я выбираю себе специализацию из всего, что я пробовала. Слава богу, уже попробовала и то, и другое, и третье, так? Но выберите из этого. Или выберите еще что-то, но скажите себе: я в этом буду там минимум 5 лет. Ну потому что невозможно, тут пару лет, тут пару лет, так нельзя. Вот, и тогда уже появляется что-то такое, знаете, если работать по найму, если, например, вы хотели бы свой бизнес открыть, то вот тот опыт, который вы получили, он на самом деле идеально совершенно способствует тому, чтобы открыть бизнес. Потому что вы и тут посмотрели, и там посмотрели, с этой стороны увидели, у вас появилась такая big picture, вот, может быть, вы хотели бы открыть такой бизнес. Бывает, что открывают люди бизнес от того, что они, наоборот, сильно специализировались. Вот он был тестером, и у него появились связи тут, связи там, связи здесь, пошли заказы, он нанял людей. Так тоже бывает. Но если вы работаете по найму, то вы должны в себя инвестировать. Вы не можете брать работу без того, чтобы думать в этот момент о том, какая работа будет следующая. Понимаете, вот вы когда брали работу тестером, если это хронологически было так, вы должны себя были спросить: вот я сейчас пошла тестировать, какая моя работа будет следующая. Вы можете не думать об этом, вы можете сказать: ну у меня нет никакой работы, беру какая есть. Ну хорошо, но вы уже взяли работу. И самое лучшее время думать о следующей работе, это когда ты первый день уже вышел на работу, ну, второй, третий, там, месяц, условно. Вот ты вышел на работу, спроси себя: мне это нравится, я хочу в этом расти, я хочу отсюда свалить, что я буду делать, что мне нравится больше, и так далее. То есть, бывают люди, везунчики, знаете, вот они так работают, и как-то так складывается, что они все время в каком-то направлении, их кривая вывозит, понимаете? И вот кривая его вывозит, и у него с каждым днем все больше и больше ценностей вот в чем-то. И оно само по себе происходит, он даже сам не понимает. Вот его спросишь, он не понимает, он что-нибудь тебе скажет такое, ни о чем, не понимает. А люди, у которых 10 лет экспириенса, так, там, программист, допустим, вот ему покажешь резюме начинающего там из школы какой-нибудь, он тебе не может сказать, что сделать с этим резюме лучше. Потому что он, его берут на работу не за то, что он знает, как резюме написать, а потому что у него уже там такой опыт, что уже никто и читать не хочет его резюме. Все хотят с ним разговаривать и дать ему оффер поскорее, чтобы он не убежал никуда. Поэтому это управляемый процесс. То есть для кого-то он сам по себе происходит, а для вас управляемый, слава богу, 28 лет, это там не 54, так? То есть у вас еще вся жизнь впереди. Поэтому вы абсолютно ничего пока не потеряли. И даже сейчас вы абсолютно ничего не потеряли. Вы можете там, ну, допустим, вы решили быть тестером. Значит, напишите резюме и напишите, что даже там, где вы делали саппорт, например, вы все равно же тестировали, но не бывает же так, чтобы саппорт делала и там багов не находила, и там не рапортовала и так далее. Ну вот раздуйте эту часть, например. И сказать так: сначала была просто тестером, потом совмещала тестирование и саппорт, потом там еще что-то. Ну вот подайте грамотно, так? И на вас совершенно другая рыба начнет клевать, потому что наживка изменилась. На эту наживку пойдет другая рыба. И вы уже подготовьтесь как тестер. Вы скажите себе: люди хотят тестера. И уже готовьтесь как тестер. А не как ready for any job. Нету any job. Была такая шутка, там говорят, вот там на клавиатуре там press any key. И человек звонит в саппорт и говорит: нету any key. Вот там A, B, C, D, там такая, сякая, F1, F5. А говорит: а any key нету? Вот то же самое, нету any job. Понимаете, всякая работа, она какая-то работа. Поэтому, если вы взяли сегодня any job, то вы должны спросить себя: а какая следующая, а куда я хочу двигаться, и как это все произойдет. И вот начиная с этого, вот как только вы начнете думать, энергию мысленную дадите в это место, так сразу решение придет, вы даже не должны думать о решении, оно само найдется. Я так думаю, попробуйте. Счастливо!